26 июня сего года Ассоциация юристов России проводит единый день бесплатной юридической помощи. В Центре бесплатной юридической помощи по предварительной записи по телефону 310-2206 по адресу Самара, улица Льва Толстого, 14, с 13 до 16 часов. В Государственном юридическом бюро по Самарской области по адресу Самара, улица 22-го партсъезда, дом 31, второй этаж, с 9 до 13 часов. В Самарском областном центре правовой защиты населения по адресу Самара, улица Гая, 6, с 10 до 16 часов. А также в юридических клиниках вузов Самарского государственного экономического университета по адресу Самара, улица Советской армии, дом 141, с 10 до 12 часов. Самарской гуманитарной академии по адресу Самара, улица Дыбенко, 21, с 13 до 18 часов. Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний России по адресу Самара, проспект Кирова, дом 75/1, кабинет 110, с 10 до 12 часов. В этот день бесплатную юридическую консультацию также дают нотариусы Самары и Самарской области.